Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале. Сегодня очередной выезд. Приехали мы в город Дзержинск, на завод «Зарю». Работаем вот в этом помещении. Здесь производство мебели. Ребята делают мебель. Так, сейчас я вам покажу процесс. Делаем мы сегодня вот в этом помещении. Здесь, так скажем, котельня, отопление. Вот, людям нужна вода. Руки помыть, помыться. Вот мы сейчас прожелонили, дошли до водоноса. Песочек светленький, но на заводе «Заря» мы делали скважины, и водичка здесь не очень хорошая. Заводы, сбросы, в общем, не знаю, что будет. Дошли до воды. До воды у нас 7 метров. Вот такой песочек у нас идет. Вот такой вот. Влажный. Крупненький. Сейчас достаем обсадные и будем желонить в этом помещении. Ориентировочный метраж 12-14 метров. Потому что делали уже на заводе «Заря». Но вода, повторюсь, не очень. Но для технических целей пойдет. Это лучше, чем привозить из города воду. Здесь можно, конечно, подключиться, но это стоит денег приличных, да, и тянуть воду никто не хочет. Все хотят свою скважину. Ну и правильно, это удобно. Тем более в помещении. Высота потолков здесь 3 метра. Вот здесь стоит насосная станция «Джиликс». Клиент привозит воду. Стоит емкость. И из емкости качает и раздает по территории. Туалет, там душевую. Но стоит «Джиликс», мы их не рекомендуем. Поэтому я думаю, что «Джиликс» не будет качать. Здесь установят, наверное, другой насос. Ну, посмотрим, своим насосом раскачаем. Все, смотрите дальше. Так, мы загнали 7 метров обсадных. И вот 8 метр уходит. Дошли до зеркала. Сейчас будем желонить. Ориентировочный метраж по нашим подсчетам, ну, приблизительно, да? В районе 12 метров, плюс-минус. Я думаю, то, что должно быть не больше. Для бесинки этого метража хватит. Столб воды будет 4-5 метров. Так, подливаем водички сначала. И начинаем желонить. Труба у нас ведется под своим весом самым вниз. Вот так вот почти 8 метров. Так, 8 метров загнали. У нас начался сероватый песочек. Сероватый крупный песочек. Вот такой вот. Запашка вроде сильного нет, но железо здесь 100% будет. Тем более завод рядом. Вот сейчас 9 метр пошел. Так, в земле у нас 12 метров. Будем заканчивать. Сейчас будем подчищать. Вот сначала шел песок у нас шнеком сухой, светлый, с 8 метров. Пошел сероватый с 8 метров. И вот сейчас вот после 12, вот сейчас только начался вот такого цвета. То есть он такой более вонючий пошел. То есть запашок от него тоже есть. Но, ребята, это промзона, поэтому здесь ожидать хорошую воду не стоит. Вот сейчас песочек у нас крупненький идет. Но вот такой, почти черный, блин. Но здесь вода нужна техническая. Сейчас спаяем колонну. Труба у нас сегодня полипропилен, фильтр 1,5 метра, сетка нержавейка. Подключим наш аквариум, будем поднимать воду, раскачивать. И в последующем, ну, с клиентом пообщаемся, решим. Скорее всего, будем делать вот станцию «Джиликс». Нелюбимую нашу фирму. Посмотрим, может быть, он все-таки поднимет воду с 7,5.
Спаяли рабочую колонну 12 метров. Вот там ворота выходят на улицу. Все почистили. Сейчас будем обсаживаться, доставать обсадные и поднимать воду, смотреть, что у нас там с водой, какая вода по качеству. Но, судя по песку, вода и по запаху, вода будет техническая. Остается 100 килограмм из земли обсадных. Не так легко. Берегите спину. Сейчас будем подключать наш насос, раскачивать. И дальше посмотрим. Установили наш аквариум на раскачку, поставили. Да, вот сейчас будем с клиентом решать. Скорее всего, будем его здесь впаивать. И попробуем джилик запустить. Но я думаю, что он 7,5 зеркала не поднимет. Потому что у нас от земли зеркало 7, здесь еще полметра. Вот, ну, ребята, вода у нас, конечно, вот такая вот. Водичка идет желтая, с пенкой. В общем, здесь какая-то химоза, потому что рядом завод Заря. Вот, и ожидать здесь хорошей воды не стоит. То есть она железом это как минимум, да еще с какими-то этими прибамбасами. Так, забираем дебет, 12-литровое ведро, за сколько наливает. То есть сколько в час? Сколько в час дает данная скважина? Нашим насосом аквариум. Зеркало 7,5, а скважина 12. Вода техническая с какой-то примесью рядом с заводом. Желтый цвет и пенится очень сильно. Они сульфаты, не знаю, что там у них присутствует. Куб 371 литр в час. Куб 300 в час. В принципе, нормально. Зеркало 7,5 раскачается, будет больше. Но я думаю, что Джиликс у нас будет. И либо не поднимет, либо поднимет, но будет качать малым дебетом. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене. Ссылки в описании. Нужна скважина, звоните. Всего всем всего хорошего. Хороших грунтов. Ребята, пока.